Ночная прогулка троих жителей Гомеля могла закончиться туманной вечеринкой с наркотиками, но такому развитию событий помешали сотрудники ОМОНа. В рюкзаке одного из парней милиционеры обнаружили листья конопли, причем сумка была наполнена зельем до самого верха. Заприметили подозрительную троицу в пригороде областного центра. После того, как группа увидела милицейский патруль, то бросилась в рассыпную, при этом сбросив свой груз. Впрочем, никому из беглецов уйти не удалось. Известно, что все они местные жители. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по наркостатье. Теперь сыщикам предстоит установить, откуда у парней было столько наркотиков, а также их причастность к торговле зельем.